Буквально 15 февраля была 29-я годовщина вывода войск из Афганистана. Ребята, боевое братство, собрались почтить память своих друзей, не вернувшихся, тех, кто в мирное время умер от ран. Действительно, вот такие мероприятия, они просто необходимы, потому что на них воспитана молодежь. Уверен, что и будущие призывники, которым только еще предстоит служба в рядах вооруженных сил, честно и добросовестно служат и честно выполнят свой конституционный и воинский долг, долг защитника Отечества. Уважаемые чистопольцы, сегодня наш общий праздник. Поздравляю с Днем защитника Отечества. Желаю вам, вашим родным и близким, конечно же, крепкого здоровья, счастья, благополучия и мир в небе над головой.